Так, морди. О, повыедалися, да? Давай на выход, генеральная. Генеральная уборка. Давай, давай. Давай на выход. Давай туда, пошли. Давай, пошли. Не получается, убираю раз, два, три дня. Так, как я и хотел, они здесь спят. В этом отделении. А сюда, куда я бросал их дерьмо, ходят. И так я тут подсыпаю, когда оно жидковато. Оно потом опилки хорошо впитывают. И убирать хорошо. Тачку загнал прямо сюда. Они не мешают. И нормально будет. Так, что тут у вас за разборки? У нас крячок чуть-чуть переболел, но уже все нормально. Где-то ударился. Вот это к ним заходишь, не голодные, утром ели, все равно кричат, потому что зашел. У нас Новый год на носу. Давай, вот же есть. Ты же тупорылый именно. Вот. Давай. Да. Клубнушечка ты наша, киевляночка. Юрку хоть вспоминаешь, клубника? Я думаю, навряд ли. Навряд ли вспоминает. Юрка, наверное, не вспоминает она уже тебя. Это и опасно, труп давал. Ну, а не. Давай еще один. Самый опасный у нас хватает это каштан. Эклер. Каштанчик, а где это ты уже ударился? А. Это я забираю старое сухое с магазина. Бывает поставщик, ну, поставщики оставляют. Должны забирать взамен. А бывает оставляют. Говорят, да берите там, отдадите еще собакам, свиньям. И вот так получается, что у меня иногда бывают такие вот побрякушечки. Да он же есть, ну что ты стоишь? Этим пинем корыто. Этих я кормлю хорошо, это первые пойдут на мясо, а эти за ними сразу.
Ох, уже ж неугомонные. На. Неугомонные, а? Кнопа там где-то вклинилась, вот, вот эта вот жопа торчит маленькая. Он же на нее и лезет. Куда ты? Ты, морда, что ты до кнопки? Кнопочка хорошая. Здесь мне очень нравится именно в этой клетке убирать. И насыпать они не мешают. Выпустил их и все. Бедную кнопку и так, и так. Вот эти здесь четверо в опилках играют. Те голодающие там. Ну, грубо говоря, если были все голодные, я думаю, бойня была. А так. И вот так оно перемешивается все с дерьмом. И потом сухое убрал и все. Тачки вывез. И отлично. Пичи. Ну, хорош. Этих поросят я всех перевел уже на гровер. Все уже со стартом у них закончился. Вчера первый раз насыпал гровера 30 килограмм и записал. Все, старт закончился, начался у них гровер. И записываю для себя. Записываю не кому-то что-то показать, рассказать, а для себя. Самому интересно, сколько 10 поросят съедят корма. Там до убойного веса, там 130-150 килограмм, ну посмотрим. Вот сколько они съедят. Мне просто самое интересное, чтобы понимать, допустим, на будущее, сколько планировать там покупать кормов по сезону, там на энное количество поголовья. Едят. Эти у нас еще на старте, в кормушке старт. Пускай еще подержу их на старте, они меньше, чем те. Это те, которые переболели. Подержу еще на старте, потом переведу позже на гровер. Посмотрю по весовой категории и буду уже потом определяться. Ну а так тоже нормально. Печи. Там на деревянном спят под лампой. Тут ходят в туалет. Подробить горох, отходы гороха.
Они тут вместе шоу. Ой, ну я так их и дроблю, добавляю нормально. В основном ворот даю большие. Дрякам, свиноматкам. И вот, как я говорил, использую. Ложу такую крышечку. Кто-то мне вчера написал, как меняется решета на крупоружке. Вот кольцо с посадочным местом. И вот так одеваю решета. И туда вовнутрь садится сама крупоружка. Вот так. Ротик открывай на всю горох быстро. Дробит быстро. Можно ведром, а вот таким ковшиком.